Вот. Ну что, приехали? Вот, теперь мы точно приехали. Это GTA Online? Приехали, да. Угу. Надо немножко отдохнуть после сложных, тяжелых миссий. После сложной, тяжелой миссии. Но она действительно была очень эпичной. И надо немножко отдохнуть и развлечь. Потому что сразу миссии выполнять, я думаю, что, ну, нельзя. Надо все-таки как-то немножко развеяться. Значит, я что решил? Надо кардинально себя поменять. А то какой-то вот этот человек в пряничной маске, он должен выглядеть по-праздничному. Маску надо снять, мне кажется, будет. Да, давай я для начала хотя бы посмотрю костюмы. Может, у них какие-нибудь новые появились? Слушай, мы где-то вот полгода не заходили в магазины вообще, в принципе. Я полгода не заходил в магазин одежды. Бля, есть водолазный костюм есть. Ты поэтому прикинь? Я буду смотреть, блядь, нихуя себе. Гопник. Тут есть костюм гопника. Битмейкер. Мистер Фрэнд. Мистер Фрэнд скейтер. Нихрена себе, чего тут только нет. Роллер. Бля. Нет, ну это все костюмы не эпичные. Хуя, блядь. Кислотник. Уличный. Работяга. Сорви голова. Так, хорошо. Модник. Артист. Кумир. Молодежи. Бля. Ночной кутила. Ночная кутила, блядь. Костюмы деловые. Чудак. Бульдог. Ебать, костюм. Ты посмотри. Иди сюда. Значит, я вижу, блядь. Я вижу, вижу. Ебать, что это за хуйня? Где ты его взял? Боди. Боди. Боди? Костюмчик Боди. Ебать, стой, стой рядом со мной, нахуй. Костюмчик Боди, бля, нихуя себе. Боди-аллигатор. С вами Боди-аллигатор. Всем хай, блядь. Дьявол моды, блядь. Дьявол моды. Был такой фильм, назывался «Дьявол носит Прада», я помню. Костюмы полировочные. А, пилотные. Тяжелый костюм. Костюмы модные, неряшливые, минимализм, смокинг, байкер. Блядь, праздничные костюмы. Ну, дай-ка посмотреть Санта, праздничные, блин, костюмы. Нихера. Праздничные уже, наверное, Санта были. Санта как бомж какой-то, знаешь? Клаус, блядь. Пудинг. Нет, костюмы эти костюмы, есть. Я вижу, они вообще, блядь, нахуй. Они бесплатные. Дизайнерские. Да? Я, блядь. Нихуя тут костюмчики. Костюмы вот за криминал все. Есть. Вот это нормально. Охуенно. Костюмы роскошные, костюмы лоурайдер, костюмы Санта. Боди, конечно, а тема. Уже костюмы День Святого Валентина, нижнее белье. А, вот в этом плане. Че они так дорого стоят, блядь? 20 тысяч стоит эта хуйня. Вы че? Костюмы хиты лоурайдера, блядь. Давай по-деревенски оденемся, как на Новый год. Давай нищий Новый год сделаем. Комбинезон. Нищий Новый год? Подожди. Security set. Блядь. Нет, это все хуйня. Костюмы криминал. Мама криминал. Оу, что это за хуйня? Ебать, что это за хрень? В смысле? Ковбой, нихуя себе. Ты попробуй нормально. Ты зачем проходишь? Просто. Гоночный. Что ты подразумеваешь под словом нормально? Так как ты оделся? Да очень нормально. Черный комбинезон. Тут есть какие-то, блядь, спортивные, что ли? Что это такое за хуйня? Мотогоночные. Так, костюмы каскадерские. Смотрим. Там это тоже не очень эпично. Байкер. Я просто хочу сейчас все глянуть. Подожди. Дедлайн. Так. Боди. А вот боди вижу, да. Ух, нихуя, смотри, ты видишь меня? Так я же говорю, я в боди и смотрел это. Ты не купил, пока денег нет, у тебя это не сможешь купить. Я тебе не покажу. Он 100 тысяч стоит, блядь. А вот темного оленя, видишь? Пиздец какой. Светлый боди-пряник. Темный боди-пряник. Ебать, вот это охуенно. Вот это пиздец. Ты видишь сейчас, в чем я? Зеленый эльф, как нет? Я же одел. Ты не оделся. У меня это в обычной одежде стоишь. А, вот. Бля. Зеленый эльф. Охуеть. Моя рука проходит сквозь тебя, это забавно, блядь. Что это? А это электрический, блядь, нахуй боди. Он стоит 100 штук, что-то мне жалко 100 тысяч, блядь. Так нос, на электрический боди. Он, наверное, светится. Ничего не светит. Но он светится, да, но он, блядь, он стоит 100 штук. Охуеть можно, блядь. Как думаешь, удобно в таком ходить? Я пряник оставлю, подожди пока. Пряничный человек, блядь. Сука. Сука, костюмы импорт-экспорт. Прянь, торговля оружием, блядь. Сука. А я ведь я еще в парикмахерскую хотел сходить. Ты как будто нырнул, сука, в канализацию, блядь, на Новый год. Так ты ж такой же, ёпта. Да я подожди, знаю. Сейчас. А что такое? Комбинезон. Надо в этих костюмах шлюх снять. Это будет хорошо. Кстати, хорошая мысль, да.
Бля, что ты только водолазные? Что-то еще водолазные костюмы есть? Да, я купил. Костюмы Егорка. Егорка? Костюм Егорка? Егорка, костюм Егорка, блядь. Спортивные шоу. Нет, я все-таки, блядь, светящийся неоновый есть боди, электрический боди. Че купить? Я потрачу, блядь, 100 штук, но я куплю, блядь. Че купить? Сука, мне нравится, блядь. Тут у меня есть выбор, я могу купить светящийся боди, могу неоновый боди, могу электрический боди. Вот что купить? Решай, какой тебе больше нравится и смешнее какой. Ну, мне неоновый как-то больше, не знаю, ладно, похуй. Все, я купил. Костюм должен тебя радовать, понимаешь? Ты год ходил в одном костюме, ты радовался. Все. Я купил костюм. Будешь ли ты рад костюму за 100 тысяч, я не знаю. А, это старый, Алекс, так это из прошлогодней обновы. Ну и хорошо. Но я тебе говорю, что он радует. А остальные-то все на халяву. А этот, смотри, вот устань рядышком со мной. Что-то такое не очень, если честно. Че, хороший костюм? Мне нравилось, когда мы по-деревенски одевались, это было смешно. Усы с бородой, нормально. Блять, по-деревенски тогда это надо ехать не в этот, блядь, понимаешь, магазин. Тогда, блядь, в деревенский надо ехать, блядь, магазин. Поехали в деревенский, блядь, магазин, а оденемся. Смотри, чувак, а охуеет сейчас от этого или нет? Сука, блядь. Боди, неоновый боди, блядь. Как тебе вариант? Ты хоть бабки с него забери, ты же его ёбнул. Хуй с ним, ёпта, я ему оставлю на лечение, поехали. Ему сейчас это будет очень нужно, поверь мне. Так, ну что, нужен какой-нибудь деревенский магазин? Блять, сейчас найду. Сейчас какой-нибудь такой совсем... В Бинго. Охуенный, в Бинго охуенный деревенский... Поехали в Бинго, да. Не в Бинго, Бинко. Бинго-бинго. Бинго-бинго, блядь. Поехали, бинго-бинго. Понимаешь, у тебя колоритный перс. Там усы, физиономия классная. Сейчас я просто себе... Да, я поменяю, сейчас сниму. Проблем-то никаких. Ну, блядь, ну, чтобы он у меня остался, как бы, да, в инвентаре костюма, ну, да. Я его себе оставил. Так, пускай будет. Что, если вдруг я захочу одеться каким-нибудь фриком, каким я сейчас являюсь. Как обычно, да? То, собственно говоря, да. То, собственно говоря, я оденусь в этот неоновый костюм. На самом деле, там вот этот боди, да, классно. Особенно, блядь, пряник этот веселый. Хорошо, что хоть он на халяву дали этот пряник-то. За 0 долларов. Хоть пряник бесплатный. Уже хорошо. Бинка. Так, это бинка? Только надо тебе объект справа. Потому что вход справа. Бинка, можно заехать справа. Что это за хуйня? Я вышел, обратно сел. Бывает, бля. Смотри, к тебе покупатель, ёба. Смотри, да? А грабить охуенно в этих костюмах, да? Да, кстати, к Макараджу тоже сходить неплохо было. Можете убить себя. Почему при заходе в магазин дешевых одежды... Потому что это, наверное, она нам сказала, ёпта. Она увидела нас в этом виде. При заходе в магазин дешевой одежды мне пишут, вы можете убить себя, если хотите. Чего, бля? Это она нам сказала, я тебе говорю, просто мы в таком виде, что... В таком виде только себя убить можно. Так, пиджаки. Сейчас, подожди, я топ должен посмотреть. In the world. Так. Пиджаки от Кутюр. Давай. А есть нищий пиджак? Нищий пиджак. Почему магазинов секонд-хенда здесь нет? Вот так куртки. Не. Байкерские жилеты? Нет, это я не хочу. Легкие куртки, это что у нас? А, блядь, ну это... Попробуй одеться максимально, ну, по-уебански. Уебищно. Я понял, что ты хотел сказать, блядь. Попробуй одеться максимально уебищно, да. Вырвалось все-таки из тебя это, блядь. Максимально по-уебански, я понял, да, хорошо, ладно. Ладно, сейчас все будет по максимуму, нахуй. Что-то, блядь, в трениках уже ходил, блядь, в тренировочном костюме, нахуй. Надо, блядь, одеться как максимально уебан. Это просто, блядь, пиздец, чтобы как деревня стайл, нахуй, понимаешь, да? Вилледж стайл, нахуй. Вилледж лахари. Лухари эдишн, давай сделаем. Вилледж лаксари, блядь. Городские... Городские ты нашел что-нибудь смешное? Спортивный. Нет, пока нет. Спортивные, ехать... спортивные куртки же уже были, не? Найки там всякие. Заправленные рубашки пола. Нет, это все майки. Хуйня, подожди. Верхняя одежда. Рабочий свитер, наверное, здесь. Рабочий чанский. Свитер. Что такое чанский? Дэнсы. Это почему тебе? Я не знаю, я посмотрю. Дэнсы, блядь. Тут халаты есть, но это домашние. Свитер, вот. Нет, это какие-то... Блядь, праздничный верх, давай. Уебанское, а, блядь, праздничный верх есть, смотри. Блядь, гадкий свитер олень. Почему гадкий? Гадкий свитер поверь. Гадкий свитер поверь. Так олень или поверь, блядь? Гадкий свитер полюс, они все за ноль. За ноль рублей. Поверь, свитер, что ты олень называется, блядь. Я сейчас все себе, блядь, приобрету, все куплю. Пиздец. Это максимум уебанский стиль. Армейские рубашки. Есть единорог. Есть единорог, зеленый свитер. Надо начинать с низа, наверное. Топы. Шерстяной топ. Блядь, красный шерстяной с оленями. Синий шерстяной с деревьями. Купи себе горы. Вот из
из этого светящийся, да ладно. Серый светящийся с елками. Ну что, прям реально светится? Вы пиздите. Вы гоните нахуй. Зеленый с кошками. Я подошел смотреть обувь, мне пишут, посмотрите обувь. Их 90 штук, нихуя себе, блядь. Их тут 90, блядь, на выбор. Кого? Ебать тут выбор, вообще охуеть. Пиздец. Смотри, какие тут оригинальные, блядь, свитера есть. Блядь, а где эти штаны? Штаны где? Может, оленя выбрать? Ты же сказал, что ты максимально уебично хочешь одеться. Максимально уебично сейчас и оденусь. Тупо, я же ничего не говорю. Сука, блядь. Где брюки? А, это все хуйня, это все было. Так, стопэшей, стопэшей. Тогда, блядь, я выбираю себе футболку. Кофту, кофту, кофту. Топы, блядь. Брюки, наконец-то, сука, я нашел брюки. Комбинезоны. Ёб твою мать. Что, это что, снежный человек? Олень? Холидей? Нет, это все хуйня, стопэ. Стопэшей. Это все хуета. Праздничный мир. Давай я на пуговицы к себе одену, блядь. Серый светящийся с елками. Я себе одену, блядь, свитерок на пуговичках. И пойдем, блядь, нахуй свитерок. Деревенских пугать. И деревенских, блядь, пойдем пугать. Подожди, сейчас я и штаны одену. Может, это, блядь, папа. Что же мне такого одеть-то, блядь? Тут смешного на баб ничего нет почти. Блядь. Сука. Что мне одеть? Может мне одеть, блядь, с единорогом, блядь, кофту? Джинсы. Но не все забавные. А, или с тёлочкой. Я с тёлкой одел кофту. Я что-то не вижу. Спортивные шорты вижу. А где спортивные штаны? Че за хуйня? А, нет, это хуйня. Подожди, кино... Нет, а все, я не хочу, я хочу штаны. А где у нас штаны там продаются? Тут. Бля, где тут? Я же, ты спросил меня как консультанта, блядь, я ебу, где тут все продается. Может, ты покупал уже, ну. Топы. Нет, топы я уже смотрел, стопэ. Мне брюки нужны. Ладно. Мне нужны штаны. Так, хорошо, это есть. Брюки есть. Обувь где? Обувь где-то была, я видел, тут обувь была. Тупы. А, вот. Блять. Сука. Так, обувь, во, нормально. Так, чтоб такого выбрать. Так, подожди. Стопэ. Чтобы посмотреть аксессуары. Нет, аксессуары мне пока не нужны, стой. Обувь потом посмотрю. Ебать его. Это пиздец, блять. Так, туфли-лодки. Нормально. Ботинки-крейсеры, туфли-лодочки. Туфли-лодочки. На тебе как на уёбочке, да? Туфли-лодочки. Тут все топы, топы, топы. Топы мне не нужны, я топы уже, блядь, посмотрел. Так топовый, да? Во, брюки, вот, вот. Так, джинсы давай, потертые. Нет, джинсы нам не надо. Рабочие брюки. Шорты. Ботинки. Брюки карго, спортивные брюки. Сука, не все подходит. Все подходит. Скейтерская обувь нужна? Брюки чинос, спортивные шорты. Я не знаю, что одеть. Все смешное, шлепанцы, наверное. Брюки грабить, а да-да-да-да, праздничный низ давай. Нет, ну это совсем ущербно, это просто уебищно. Естественно. Прощай, мой стиль, прощай. Красный с зеленым идет. Ебаный светофор будешь, да? Так, бронежилет, деньги, еда, боеприпасы. Я, блядь, совсем, сука, оделся по-уебищному. Ну, не то, что прямо уж так совсем-совсем. Но по-праздничному зато. Сандали, праздничный обувь, давай. Снаряжение, очки. Лоферы, блядь. Ой, сука. Очки, может, какие-то смешные есть новые? Ботинки, кеды, скейтерская. Я себе брюки... Я ритузы одел, сука. Они, блядь, в обтяжку, в задницу впиваются. Нет, я хочу быть весь красный. Подожди, может... Левая рука, правая рука. Охуенно. Блядь, у меня есть перчатки. Вот это топово. Блядь, да одевай, дура. Перчатки надела. Армейские. Торговля оружием. Том, бля, где... а что она не одевает верхняя перчатки? Одежда, спортивные. Мотокуртки, байкерские пиджаки. Да, пиздец тут, конечно, выбор. Бля, было бы классно. Я, бля, я тебя вижу. Ты что, блядь, в комбинезон надел? Хуйски.
Я решил по-деревенски так, по-стильному. Аксессуары. Деревня стайл. Я понял тебя, да. Так, подожди. Шлемы, маски, очки, снаряжение. Не, ну это неинтересно. Перчатки, да, водительские. Вот, шарфики, а где шарфики? Про головных уборах, да? Сейчас оденем. Вышел, убит. Что там за говно, блядь, творится? Слышь, там какая-то хуйня происходит, да. Я вот тоже на это внимание обращаю. У меня будет, нахуй, блядь, деревенский стайл, но только в праздничном виде. Полевая кепка, это хорошо? Это прекрасно. Полевая кепка. Во, вот такой хочу, да. Фуражка или шишку. Блядь, шерстяной с оленями. Вот одену шерстяной с оленями. А, бля, шерстяной с оленями. Ой, шарфы есть, шарфики, давай. Вообще, я не могу шарфы... А, во, могу. Ой, бля. Ёбаный, блядь. Твою мать. Ебать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я тут такое нашел. Бля. Оставлю, хочу этот шарф. Галстуки, ожерелье, часы, перчатки, браслеты. А где шапки? Шапки есть? А, шапки есть, да? Олег, ты не видел тут шапок? Нет. Олег, зацени. Что за хуйня у тебя на голове, блядь? Нихуя. Нормально? Ну охуенно же. Блядь, ты оделся. Головные уборы. Как Юдашкин, блядь. Да, хули ты. Зато поправишь. Вот, блядь, сейчас. И шапочку сейчас еще одену вязаную. Подожди. Я хочу в красном стайле, у меня сегодня красный стайл. Слушай, хорошая тут одежда, хорошая. Панамы. Ты же спорил ты, блядь. Трилби, Федоры. Федоры, бананы. Ой, банданы. Бананы. Бананы, блядь. Нормально. Чего, пуленепробиваемые шлемы, праздничный головной убор, давай. Блядь. Сука, а? Почему у меня этого нету? Кое-чего есть, а кое-чего нету. Реальник. Защитные наушники. Блин, тут реально дофига всего. Тут дохуя всего, просто пиздец. А ничего, что если мы в таком виде, блядь, парикмахерскую придем там? Тогда прическу, тогда не надо головной убор тебе. Или уже не ходить в парикмахерскую. Не, пойдем, сейчас пойдем. Посмотрим, мы давно не были там. Хорошо. Ёбаный насос, блядь, ну как можно так одеться? Шапки, конечно, охуенные. Сука, да, не знаю, красную. Тогда шапку не надо одевать наверх, тогда так останусь. Тогда я все, блядь. Смотри. Ты все? А, смотри, какой-то лысый парень пришел. Мысли, блядь. Это женщина, что это такое вот это? Что это стоит, вот это раскрашенное? Еще какой-то парень. Бля, люди поприходили, подожди. Люди что-то поприходили, да. Так, стиль, аксессуары, очки. И мои любимые очки. Охуеть, а. Жанна Гузарова, блядь, какая-то получилась у меня. Пиздец, а. Я готов на миссию идти. Ты же так уже одевался, блядь. Нет, так я еще не одевался, уж поверь мне. Вот в такой, блядь, нахуй, в прачу такую одежду я еще, блядь, люди падают, смотри, Сазуров. Или Сарузов. Упал? Да, Сазуров откуда-то упал. Сазуров, что тебе надо? Сазуров, ты упал? Надеюсь, чтоб не на голову. С тобой все в порядке, пацан? Сазуров, ты че? Так, я предлагаю все-таки поехать, да? Так, Олег, отметь мне, блядь, парикмахерскую и поедем в парикмахерскую. Поехали. Слушаю, сейчас сделаю. Хера себе. Пожалуйста. Пожалуйста. Волшебное слово сказал? Окей. Ай, а это что за хуйня? Ты стреляй, пидор! Пидорас, ты что, совсем охуел, что ли, урод, блядь? Что, блядь, творишь, нахуй? Негр сбил. Да. Печально. Совсем охуевшая, чему? Ты посмотри, что он делает, блядь, а? Спокойненько вышли, гланцы, я ничего не ожидал. Я смотрел, он вот что-то в дверях стоит. Я думал, может, что-то спросить хочет. Ну, спросил тебя. Садись, блядь, дура. Поехали. Блядь, в смысле, вы поехали? А я без тебя, что ли, уехал? Ёбаный ты насос. А я думал, блядь, ты сел со мной в тачку, ёбаный ты пиздец. Меня же убили, ты же это видел. Я не видел, как тебя убили. Ты же заорал еще, что он ёбаный тварь. Ты ну и что, и я уехал, потому что он, я ж не поэтому, ты, блядь, орать начал. Ты что, вслед проорал, что он нравится? Да, я уехал и начал орать ему вслед. Нет, все так и есть. Он же стрелял по машине, ёбнул всех. Ну ты должен был прокомментировать это. Он меня убил, такая скотина и тварь и мразь. Вот ты должен был вот так это все комментировать. Все как обычно, а ты как-то вяло на это прокомментировал. Ну ладно. Так, я приехал в парикмахерскую, сейчас будем
Что такое? Испытание? Ты ждать вообще планируешь или есть такая у тебя? Жду. Есть у меня такая тема, да. Черта. Черта характера. Есть такая ждать. Это у тебя, к сожалению, ее нету. Куда-то постоянно вперед убегает, и я постоянно тебя догоняю. Нет, я как раз тебя... Я всегда тебя жду. Я всегда с тобой еду. Ну, хорошо. Я как, блядь, Хатико нахуй преданный везде. Понимаешь? Вот ты при... Видишь, как я тебя жду? Никогда я вперед не лезу. Как ты меня ждешь? Ты же не ждешь меня. Вот я тут стою, жду тебя. Вот. А вот сейчас сажусь. Садись. О. Так, ты будешь себе какую-нибудь прическу делать? Конечно, сам? Только сначала тут по одному она обслуживает. Жаль. Так, прически. А что у нас есть новенькое по прическам? Удиви меня. А ты видишь, как я сейчас их меняю? Нет. Тебе главное только прическу поменять. Блять, а есть какая-нибудь, чтобы я охуел? Это мне не нравится. Шипы. Цезарь. Сейчас Цезарь называется. Дреды длинные. Лохматые кудри, серфингисты, это же все уже было. Набок, зализ, давай длинные, юный хипстер, классические косички, косички пальма, зачесанные наверх. Во, косички зигзаги. Нет. Косички улитки, хай-топ. Ебать, это угарно! Сука, ну надо же, вот может я хай-топ оставлю. Если ты хочешь, чтобы совсем я был как идиот, ну, просто с полной идиоткой. Ох, нихуя себе шипастый ирокез. Вот это на... Может мне шипастый ирокез себе выбрать? Сделай что-нибудь, потому что я ничего не вижу, БГ. Или вот это, но это как по-военному. Цензуров пришел сюда, тут неадекватный, да? Какой, блядь, нахуй, Цензуров? Смотри! Вот смотри, сейчас вот ты увидишь, сейчас посмотри, это будет нормально? Если сейчас я сделаю шипастый ирокез. Ну ты прям четкий пацан, блядь. Вот, есть такая, короче. Цвет, ты можешь цвет волос? Из самых забавных, а есть хай-топ, смотри. Зеленый, можешь себе захуярить цвет волос? Сейчас делается. Сейчас лучше хай-топ, потому что на шипастый... Охуенно, да? Сука, блядь. Фредди Меркьюри, блядь, лучший год. Только белый, ёпта. Только, блядь, нет, я как Эдди Мерфи, блядь, только белый. Фредди Меркьюри нет, а вот я реально, вот, блядь, мне усы сбри, блядь, и вылитый Эдди Мерфи, только белый. Не сбривай, не сбривай себе ничего. Не, не буду, подожди, ничего. Борода, дай. Может, какие-нибудь появились новые бороды? Дай хоть посмотреть. Сука, пиздец какой, а. Охуенная прическа, а. Блять, может мне... Олег, может мне щетину оставить, а? Может сделать щетину? Чё ты хмырь там ходит, а? Тут еще какая-то баба пришла, сзади тебя стоит. Нормально. Еще какая-то девка пришла. Может, блять, бакенбарды сделал? Чё, Пушкин, блять, что ли? Блять, персонаж, сука, блять, не знаю, из Шерлока Холмса, блять, какого-то нахуй. Пиздец. Баки. Не, нахуй. Нет, а оставлюсь так, а что с бровями? С бровями у нас пышные брови. Вау, сросшиеся! Крылатые брови. Высечка другой. Подрезанные. Еще брови, блядь. Сазуров теперь наш партнер. Ты можешь теперь быть с ним партнером. Ты Сазуров сделал своим, блядь, партнером? Да. С нашим. И ДД Кейс теперь партнер. Пышные. Есть с бровями. Отойдите, пожалуйста, я ничего не вижу. Что ты собрался делать? Не понимаю, широкие... Я с бровями экспериментирую. Бля, как ты можешь поменять брови? Неопрятно. Ну, брови так особо не видно. Ну ладно, я сделал сейчас неопрятные, блядь. Нахуй, блядь, пусть будет. А они до этого какие были уложены? Ну такие, наверное. Ты это пиздец. Надо, я тоже хочу что-нибудь сделать. Нет, грудь не надо, грудь все равно не видно. Линзы. Ты можешь грудь побрить? О, линзы, да. Раскраска лица. Нет. Раскраска лица. Макияж, помада. Охуели, так, а где менять цвет причем? А, вижу. Давай зеленый. У меня красный, у тебя зеленый. L1, R2, цвет волос. Давай. Блять, она обслуживает... Какой мне сделал цвет? Зеленый давай. Она обслуживает только тебя, и мы все стоим, ждем, пока ты там наиграешься. Ну хорошо, я заканчиваю. Ну дайте мне это сделать. Да делай. Серьезно, зеленый? Зеленый. Это пиздец, ну давай. Я думал, ты сейчас зеленый ракет захуярил, бля. Сука, это как этот, блядь, Джокер. Ебать, а? Блядь. А может, у усы себе тоже такой же цвет? Да, зеленые усы давай. Давай. Это будет топово. Top in the world. Давай, сейчас. Можно такой же мне, пожалуйста? Давай, я тоже хочу. То есть, стою, втыкаю.
Давай, подожди. А давай так. Нормально. Ебать, Джокер реально отдыхает. Шекель сдай, только шекели пару кинь. Джокер такой просто не снилось нихуя. А чё брови ты не сделал? Вот все. А, брови еще? Ну, давай брови еще. Зеленый мохнач. Нормально. Пиздец. Давай вот так. Тут пацан в бронежилете сидит. Все, давай вот так. Все. И напоследок сделаю брови. Че, все охуели, блядь. Вот это охуеть стиль. Это охуенный стиль. Хотя, ты знаешь, можно... хотя ты знаешь, мне кажется, надо вернуть обратно цвет. Что знаешь? Оно как-то хуево смотрится, зеленое. Нет, я имею в виду волосы классно, а вот лицо, наверное... Давай я тогда сделаю, ну, не знаю, да, давай я сделаю красными. Или давай я брови сделаю, предположим, блядь. Подожди, красные. Черные, черные, обычные черные брови. Так они были черными. Ладно, давай. Так, верни мне, пожалуйста, а с бородой сейчас поэкспериментирую. Может, я бороду сделаю какую-нибудь желтую там или красную, не знаю, посмотрим. Так, брови черные вернул. А что касательно бороды, вот что касательно бороды. Сейчас цвет, подожди, сейчас посмотрю. Черная уже была. Надо делать, все-таки под Новый год я считаю, что надо делать какие-то эксперименты. Над собой, над своей внешностью. Может делать, блядь, и вообще белый. Или белого вина не будет, да? Я не знаю. Может фиолетовый сделал? Ты не меня спрашивай, ты сделай, как тебе нравится. Я же не знаю, нам не показано просто. Под цвет, блядь, нахуй, кофточки. Вот ее. Вот как это будет смотреться, как думаешь? Вот под цвет ее, блядь, кофточки. Один в один причем. Похуй, ладно. Ладно, сделаю, короче, тогда черный и все. Я вот, не знаю, вот так оставлю. Все, давайте, а то вы уже ждете долго. Сейчас. Ничего. Экспериментировался, блядь, нормально. Все. Я готов, сука, прическу, как у Эдди Мерфи, серьезно, блядь. А с ирокезом разве плохо было? Ты не пробовал? Ну, ирокез потом. Я ж купил себе ирокез. Я потом, блядь, поменяю его себе в любой момент. Ребят, что, ждали долго, да? Все нормально. Минут 40, да. Все охуенно. Все охуенно, ребят. Новые прически есть вообще хоть какие-то? Давай посмотрим. Хвосты, косички, это хуй, бля. Я в пизду. Подожди, а что нового-то, да, блядь? Оно как-то убого смотрится. Такое есть. Я вообще пока не вижу, что ты делаешь. Какой-то странный вид, конечно. Бля, ирокез есть, реально. Ирокез есть, я же тебе говорю, он охуенно смотрится, в принципе. Давай я сделал себе эту, а ты себе ирокез сделай. Вот мой любимый, побритые виски. Моя любимая прическа, блядь. Я любимая прическа. Ай, блядь, где там этот ирокез был? Это пиздец какой-то, нахуй, видок у меня, я ебал. Ладно. Сука. Временно сделаю себе ирокез, блядь. Нихуя. Опасно, ебать, нихуя у тебя видок, а? Я ебал, на кого ты похож, ты ебаный пиздец, а? Такое ощущение, что ты из фильма, блядь, нахуй, этот самый, Безумный Макс, точно, вот, знаешь, один в один, нахуй. Нормально, блядь, я какой-то подбитый весь. Бля, монобровь, там есть монобровь, сука. Есть, там все есть, и густые брови, и моноброви, там что только нет, блядь. Я сказал тебе, на кого ты похож, блядь, то, пожалуй, воздержусь от комментариев. Ты точно женщина? Сука, блядь, я ебал. Чё пряник сзади танцует, наверное? Пряник охуел. Линзы? Нет, не надо. Раскраска лица. Что, поюморнее есть, блядь? Я палец к тебе, блядь, поднес к лицу, смотри, ты видишь? Ты в жопе поковырялся, что ли, блядь? Нюхай, сука. Нюхать без щит, да? Бля. Пряник, уйди сзади, пожалуйста. Пряник, отойди. У пряника вообще синие волосы. Считаю, все это нормально, бля. Помнишь, как мы парикмахерские заходили и кидали им туда гранаты? И, блядь, угорали. Открывали, да, чтобы захуячили. Фейерверки захуячивали. Это можно будет, кстати говоря, сделать снова, блядь. Почему бы и нет? Вот это было реально, блядь, безудержное веселье. Когда мы полуоткрывали дверь, блядь, захуячили туда, блядь, сюрприз. И магазин сразу закрывали. Вот это было веселье. А что ты себе монобровь не захуяришь? Нет, я вот решил сделать просто, блядь, густые. У меня вообще
волосы зеленые, блядь. Ко мне какие претензии? Смотри, у тебя... А, ты себе макияж сделал? Или мне показал? Ты за хуя разницу увидел, да? Да, увидел. Размазанная помада за $500 тут есть. У тебя макияж на глазах, нихуя. Твоя насыщенность, ебать. Бля, в этом что есть? Да есть, я же тебе говорю, охуенно. Ну, любое задание, блядь, бери, будешь и так их выполнять, нахуй. Никто с тобой не будет ни связываться, ни драться, ничего, блядь. Она тебя посмотрит, просто тупо скажет, все, задание выполнил, да. Охуеть. Цветная матовая контура. А, в тату-салон я еще хотел поехать убрать этого, блядь, дельфина. Нет, акулу. А ее уже и так не видно, смотри. Акула утонула в волосах у меня, в зеленых. Гейша, ты видел, тут есть? Бля. Гейша? Ну покажи, как она выглядит. Не хочу, там жопа какая-то. Хотя... Прям совсем жопа? Цветные блестящие губы. Ну ты-то можешь это делать, там, блядь, макияж всякий, нахуй, там, помаду и так далее. Не толкай меня, пряник, подожди. Пряник я бы дал, да? Бля, я сейчас очки надену, подожди, сейчас будет нормально. Давай. Бля. Я сейчас классаю, бля. Ты линзы, что ли, ставил? Ебать, нихуя. Охуеть, видок, я ебал, а. Нет, какой, да я рядом с тобой стану. Сейчас, подожди, стиль, я еще не все сделал. Сейчас очки на другие. Да иди, пряник, подожди. Ты еще не все сделал? Ты еще стилься мне? Не, я туда уже садиться не буду. Не, я не буду ни очки одевать, ни ничего. Я знаю, что они у меня есть. Цепи, серьги. В таком виде можно в деревню ехать, блядь, к Лестеру. Деревню к Лестеру. На деревню к Лестеру, блядь, сука. Бля, я хочу шарфик купить, у меня нет нормального шарфа. Ты же на то, что там не купил шарфик-то. Я ж купил там шарфик. Бля, я не купил, поехали обратно. Ну поехали обратно, купим шарфик тебе. Поехали. А то ты расстроился, поехали, купим тебе шарфик. Поставь метку давай. А я не помню, где тот магазин. Николай Короткий убил Гену Длинного. Ты сам поставь, потому что я не помню, хоть тебе, где тот магазин, правда не помню. Вот же я поставил, если бы понял. Ну а зачем метка тогда? Субурбан. Поехали так. Я в Субурбане значит, шарфы то... куплю тогда. Хавик, слушай, машина за... Эй, Хавик! У меня как раз на бровь. Бля! Подожди! Мы бутербродом легли с тобой. Нихуя ты доехал! Вау-вау, мотоциклист! Да не бибикай нам, все хорошо. Мы за шарфом, подожди, мы еще не до конца отоварились, блядь. Вот, справа, Олег, посмотри. Где шарфики? Ты сейчас, тут шаришь, я смотрю, блядь, да? Да, я шарюсь тут. Блядь, это же не тот магазин. А, нет. Шарф должен быть и здесь тоже. Где-то вот там справа был, да-да-да. Обувь. Это другой магазин, это не тот. Где головные уборы, скажи мне. Ну, смотри, тут какой-то негр нарисован на стене. Это другой магазин. Это же доктор Дре. Негр на стене. Брюки. А где шарфик? Спроси, где шарфик. Нет, тут не исключено, что... Да она не скажет мне, где шарф. Тут не исключено, что тут, может, и нет шарфов. Вот, подожди. А, это брюки. Сейчас. Брюки, сейчас, шарфики, мы найдем? Подожди. Где? Головные уборы топы, надо. Топы. Подожди, топ. Подожди, а, там ботинки. Топы. Ты не в тот магазин приехал. Бля, ну шарфики должны быть. Посмотри. Ну, топы. Нашел? Шарфик нет. Чё? Нет, я не нашел. Бля, я ну, не ты, нашел. Мы плохо искали, значит. Подожди. Хуёвый магазин. Говно. Да нормальный магаз, сейчас найдем. Вон ты топы, такой, смотри. Сазуров? Сазуров, да. Сазуров пришел. Топы. Топы. Блять, одни топы. Вы что, кроме топов нихуя не носите? Да что тут топы. О, головные уборы. Нашел? Да, шарфик где у нас тут? Интересно как-то... А где шарф? Шарф вот здесь? Скажи мне, где шарф? Не знаю, не исключено, что тут может блять, быть шарф. Блядь, в аксессуарах, наверное, шарф. Я... Вот, где очки, смотри. Вот тут. Нет, очки это очки. А хотя да, где очки? Вот. Обезьяна. Может быть там, где очки? Может быть. Вот тут глянь. Угу. Нет, очки только. Нет, только очки. Надо именно да. Слово аксессуары. Костюмы. Ну... Я тебе говорю, если тут не найдем, пойдем тогда в тот магазин, где мы были уже. Правда, я не помню, где он находится. Что был охуенный магазин, там было все. Бля, охуенный. Видишь, какой я себе охуенный шарфик прикупил, блядь. Вот так, блядь. Какой что такое? Блядь, Симон, блядь. Пошел нахуй, Симон. Так ты злой. Ладно. Главный убор. С Новым годом, Симон. Нет, мы видели. Блядь, где шарфы-то, ебаный свет? Так, ты пока ищи шарфы, я выйду на улицу, потому что чувствую, что тут их, мы тут с тобой их не найдем. Точно. То есть я ищи, блядь, их, а я выйду на улицу. Заебись. Я проветрюсь. Чтобы сказать, пошли поищем в другом магазине шарфики. Пошли поищем в другом магазине. Я просто думаю, мало ли, может, еще есть какой-то шанс, что ты его найдешь. На самом деле, это мотоцикл не наш. Вот наша машина. Ты дверь от нее оторвал. Все, я забрал его. Все, забрал. Поехали, на мотоцикле быстрее будет. А, поехали. Поставь меточку только, мы поедем.
Да, если бы я еще знал, какой. Ну ладно, любая, давай, нам надо панцобус. Ищи панцобус и ставь панцобус. Нам панцобус нужен, найди его. Бля. Вот. Вот попробуй вот этот. Блять, я же поставил метку, а ты вылетел с мотоцикла. Да я умер случайно, я не хотел. Я не хотел умирать сегодня. Я не хотел умирать. Окей. Простите меня, Сазуров. Кто такой Сазуров? Так, Сазуров, ты давай веди себя, хорошо? Потому что мы должны доехать до магазина. Ведите себя достойно, Анжела. Да, друзей не позорите. Все, поехали. Ты едешь? Я... Ну... Хороший вопрос, блин, да? Ты меня практически убил этим вопросом, потому что я уже задуматься начал. Потому что я на месте стою. О, копы, копы! Ой, что-то хули тут копы, интересно. Я сейчас изучилось тут что-то. Что они там делают? Что происходит? Что произошло? А мы ничего не трогали, ничего не знаем. Ничего не делали. Где шарфики здесь, покажи мне. Так, шарфики где-то здесь были. Вот, где-то справа. Вот, я же говорю, где-то справа, вот тут. О, вот аксессуары. Вот, аксессуары, да, вот тут еще. Шарфы, да. Нет, блядь, не все можно. Ни хрена ты, посмотри на Сусурова, что... Как он внизу оделся. Смотри, блядь, пиздец какой. Нормальный Сазур. Офигеть. Так, ты нашел шарф? Подтяжки есть, нихуя. Браслеты. Можно браслет себе купить, ты знаешь? Да, знаю, только увидно, блядь, не будет нихуя. Пиздец, я оделся, конечно. Это, блядь, что это? Белые хлопчатые бумажки, перчатки. Часы можно купить, нихуя себе. Не, ну нам надо было стиль поменять. Хоть как-то, но надо было, блядь. И то, что у меня зеленые волосы и красное все внизу, это делает меня праздничным, очень праздничным человеком. Как раз аккурат под Новый год. Какие Олег, я вообще предлагаю устроить все-таки вот это веселье. Помнишь, как мы с тобой веселились, блядь, фейерверками захуячили в магазины? Это, сука, было очень весело, блядь. Это правда было охуенно весело. Этим можно вечно заниматься, потому что это смешно. Это реально галстук смешно, галстук не могу купить. Да, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Угу. Шарф, галстук не можешь купить, почему? Купи себе шарфик. Не могу. Как раз комбинезон. Сейчас у тебя, блядь, я не знала. Нормально, нормально. Вообще ты охуенно, в принципе, оделся-то. И Хайер себе охуенно сделал. Я себе решил такой а-ля Эдди Мерфи стайл, только я белый. Эдди Мерфи стайл. Цыпи, повязки, подтяжки. Не, нихуя, только перчатки белые купил. Белые перчатки, нет? Как у Микки Мауса, что ли, блядь? Пойдем, блядь. Ёбаная мышь, дань это ёбаной мыши, блядь. Дань ёбаной мыши. Ладно. Дань ёбаной. Давай мыши. Мотоцикл возьмем. Давай. Так, ну что, я предлагаю, знаешь что? Мы уже 40 минут играем. Между прочим, да, можно закончить. Да, да, можно закончить, я так думаю. Ну что, мы сегодня переоделись так неплохо. Значит, смотрите, я думаю, что веселье на этом не заканчивается. О, это ты зря. Мы же хотели к ней фейерверк захуячить. Блядь. Его сейчас закроют. Нет, чувак, ты на машине не влезешь. Ну, в свой случай он пытается на машине что заехать сюда. Не, нормально, звезд не дали. Не дали? Ну окей. Все, в следующей серии, наверное, будем веселиться, потому что мы оделись как раз по-праздничному. Не исключено, что может даже съездим к Лестеру, навестим его. В таком виде только, собственно говоря. Отмечать Новый год и Рождество тоже. Все, ребята, всем удачи, пока, до следующей серии. Будем веселиться, угорать. Пока-пока.